Борис, мой друг, еще совсем немного, и скоро-скоро вновь Христос придет. Не спи, враг очень хочет сбить тебя с дороги, и сна духовного он с нетерпением ждет. Во время сна погаснет твой светильник, иссякнет масло, дух огня умрет, погаснет вера, станешь ты бессильным, и враг тебя в оковы закует, и станешь ты его страстям послушен, в твоей душе он яд свой разольет. Христос покажется тебе совсем ненужным, ведь все святое враг в тебе убьет. Как будут ангелы тогда на небе плакать? Как опечалится любимый взгляд Христа? Ведь он питал тебя в пути небесным хлебом, чтоб ты в дороге тяжкой не упал. Борис, мой друг, заснешь, погиб навеки. Ничто тебя тогда уж не спасет. Будь со Христом, святым будь человеком, и дух твой слабый в мире не умрет. Вникай побольше в слово и в ученье, и бодрствуй так, как бодрствовал Христос. Только тогда достигнешь ты спасенья и той обители, где нет борьбы и слез. Борис, мой друг, еще совсем немного, и скоро-скоро вновь Христос грядет, чтоб не уснул ты в жизненной дороге, все новых сил тебе Отец в борьбе пошлет. Аминь.